Новая велодорожка уздовж так званого Пушкинского моста повинна з'явиться у Могилеве у Кастрышнику. Про это нашим корреспондентам поведомили во управлении адукации, спорта и туризма Могилевского гарвыканкама. Покуль неведомо, с якого боку моста будет побудована дорожка для велосипедистов, и те будет она проходить по самому мосту. Нагадаем, новую велодорожку першапачаткова спроектовали на левом боку Пушкинского моста, ближе до набережной Днепра, але у лютом 2016 года на месте ее будовництва был знойдены фундамент Троицкой церквы, где теперь разместится новая велодорожка, и як она будет выглядеть, покуль вырашают городские архитекторы. У свою чергу горожане просят улады, каб новые велополосы на этом участку были беспропынными и безбарьерными. С площади Орджоникидзе до Пушкинского моста будет велодорожка, и после моста будет до проспекта Пушкина велодорожка. Будет ли она соединена, еще вопрос открыт. С площади Орджоникидзе до Пушкинского проспекта порядка 2 километров.